Бугагашеньки, всем приветики, это канал Рыжооп, меня зовут Артём, и мы с вами начинаем прохождение хоррор-игры Outlast 1. Игра про какую-то психбольницу, я в школе, где-то видел, может видел, но не играл в нее. Мне было очень страшно в школе, и вот я решился спустя больше 10 лет в нее поиграть. Новая игра. Давай сложность нормальная, да? Или высокую? Давай нормальную, я в первый раз играю. В игре Outlast встречаются сцены насилия, кровь и сексуальные сцены, а также нецензурная лексика. Наслаждайтесь. Главный герой, репортер Майс Апшер, не боится расследовать самые мрачные секреты и отваживается пробраться туда, куда не рискует сунуться ни один репортер. Одно из таких мест — психиатрическую больницу Маунт Мессив. Можно смело назвать адом на земле, где главная задача — докопаться до правды и остаться в живых. Но не, он не боец, да и сражаться с ужасами маунтессов невозможно. Так что останется только бежать, прятаться и погибнуть. Или погибнуть. Блять, сколько тут прям. Напугали уже сходу. Так, это мы едем, да? Салазар Комензак, департамент сельского хозяйства, заявил, что... А также рекомендую... Да, пропустил уже, все, не услышу. Надо звук выдерживать. Очень, очень тихо, очень тихо. Вот это психбольница, в которую мы едем. Вот тут вот... На чем мы едем? Пикап какой-то. Какой-то внедорожник. Ага, все, связь пропала. Здесь пропадает связь. Да, давай. Ага, добрый вечер. Что, с самого начала начнется ужас? Выходи. Да чё так долго-то выходишь? Так, камера. 17 сентября 2013 года. Игра-то, в принципе, старая, да. Мы не знакомы, но ваш дневник... Но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать, они могут следить. В 2 недели проводил консультации о программном обеспечении в психиатрическом исследовании Мерков в Маунт Мессив. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, сейчас я их грубо нарушаю, ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное, я не понимаю, не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко, говорят, что они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Хорошо. Батарейки. Камера. Ага. Мы же будем ходить только с камерой. Камера наш фонарик будет. А, у камеры есть фонарик. О. Во, вот такой, да. А управление покажут как? Или все-таки будете читать, запоминать? Да, куда я попал? Так, список задач обновлен. Нажмите в блокноте Tab. Содержанием заметки N и собрание... Так, это Tab. Это документы. Это заметки. Хорошо. Пойдем. А что, туда попасть вообще нельзя, да? А как мне достать камеру? А, так. Правая кнопка мыши — достать камеру. А фонарик F. Ага, все. А взаимодействие? Это наклоны. EQ — это наклоны. Ага. V, B, M. M карты нету. Z, X. N — это заметки, J — это документы, инвентаря нету. Все, больше ничего нету. Фонарик, камера, все, больше ничего нету. Ни оружия, ни... Чтобы быстро открыть дверь, нажмите левой кнопкой мыши, чтобы открыть дверь медленнее, удерживайте.
Ага. Чтобы поднять камеру, нажмите правую кнопку мыши. Событие записано. Запись добавляем в ваш блокнот. Нажмите N, чтобы получить ее. Меня тошнит от одного только вида этого места. Больница Маутмессив закрытая после скандала по соображениям государственной тайны в 1971 году была вновь открыта в 2009 году компания «Психиатрические исследования Мерков», скрывающаяся под личиной благотворительной организации. Сотовый резко перестал ловить сеть примерно в миле отсюда, похоже на глушку. Едва ли сигнал пропал сам по себе. Корпорация Мерков издавна... Короче, понятно. Мы попали в жопу, у нас все весело. Все, мы идем. Заметка о событии добавляется в ваш блокнот, только если ваша камера записала это событие. А shift, а вот shift бегает, все хорошо. А прыжок. Ctrl, сесть, лечь. Чтобы бежать, удерживайте левый shift. Фига, тут такие машины стоят жуткие. Но. А. Блядь. А что, надо другой вход искать? Это не туда. Ну, пойдем. Вот, наверное, сюда. Ага. Тут у нас... А перелазить мы не умеем, да? Так, тут у нас что? Замок. Ну, блин. Я хотел испугаться, а тут, блин, замки везде висят. Даже попасть не дают, вовнутрь. А во. Чтобы пригнуться, удерживайте левый контур. Все, поехали. Мы заходим. Ну что ж. Я так посчитал, это будет примерно 8 серий эта игра. Но это еще не факт. С тем учетом, как я буду бояться, это затянется. Включено, как приближать. А, вот мы можем приблизить. А, нам туда в окно. То бишь, по лестнице. Погнали. Давай. Хе-хе-хей. Я никого не боюсь. Пробел. Ага. Чтобы забраться, нажмите пробел. Такое ощущение, как будто за мной уже кто-то следит. Тут, короче, какие-то будут маньяки, психбольные и тому подобное. Для активации ночного видения нажмите F. Так я уже знаю это. И вот так вот вся игра сейчас будет. Вся игра будет в... Нажмите, удерживайте, чтобы открыть. Подожди, давай здесь по комнате походим. А батарейки где показывают? А, вон справа, ага. У нас есть две батарейки. Когда менять, нам тоже скажут, да? Так, ну здесь вот якобы ничего нет, да? Что такое светится? Розетка. Ну, пойдем. Там никого. А батарейки просто так будут валяться, да? Где? Сука, дай подожди, параметры на звук прибавить в руке. То вы-то это не услышите, а я-то это слушаю ведь. Нет, не страшно. Так, вот так.
телевизор включился. Так, идем. Чтобы прогрызть, двигайтесь в направлении щели. Так. Что у нас здесь? Чё так хлопаешь-то? О, батареечка, хорошо. Чтобы сменить батарейку, нажимайте R. Так, тут компьютер, тут мы ничего не сделаем. Так, удерживаем. А хер с ним, первый скример будет наш. Ну, мы будем перестраховываться же, правильно? Ага. Нажмите J. Психический исследование. Лечащий враз Карл Хьюстон непроверено. Состояние пациента утверждает, что состояние самонаправленных осознанных сновидений продолжается. Наблюдается беспрецедентная активность морфогенического двигателя продолжением. Продолжаем четвертую стадию гормональной программы. Симптомы. Спирометрия не обнаруживает бронхиальных образований. Выделит эритроцины на гематокрите. Блять, пиздец, язык запутывается. Гематокрите. Снова не удалось. Крайне высокая степень беспокойства. Томография показывает арометрию быстрого и медленного сна. Смех в медленном фазе. Заметки были интересны. Тут еще что? Что? Заметки. Билли интересовался ситуацией относительно по искам его матери против лечебницы и мерков. Это показывает серьезные проблемы с безопасностью, хотя Билли утверждает, что источником информации стали кровавые сны доктора Трагера. На заметку, единственный Трагер, работающий в компанию, некий Ричард Трагер, ответственное лицо в ним. Следуем допросить весь вспомогательный персонал и службу безопасности, а также усовершенствовать систему видеонаблюдения, включишь биометрические распознавания, психические исследования марков, проект Вальридер, лечебница Маут Мэйси. Ага. Тут я уже был. Это я читал. Все. Лампочки будут? А, вот, нам на Q не работаем, да? Это что, кишки? Нельзя. Ну давай, будем скримеры ловить. Нам налево. Опа. Вот этот маньяк за нами бегает. Он и будет нас преследовать. Так. Там тело какое-то лежит. Говно! Сука! Блин, он заорал, я заорал. Ты живой! You have to hide. You can unlock the main doors for security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. Убирайся нахрен из этого проклятого места. Ёбаная жизнь. Я сейчас вообще не ожидал здесь ничего подобного увидеть.
Нахер он закричал? Я испугался, он закричал, я закричал. Во, сейчас тут. Блять! Пошел в жопу, толстый ты, ублюдок! Говно! А, во. А это еще кто? Это какой-то врач, походу. А, понимаю, Всевышний послал мне апостола. Направить тебя длань, Божий, сын мой. У тебя есть признание. У меня аж ком в горле встал. От такого. Новая цель. Выберите из лесепчемницы отобную главную... Я внутри. Я внутри, повсюду трупы, кровь, ожоги. С потолка свисают мертвые ученые, головы в ряд, словно бутылки в баре. Судя по бэджам все исследовательского отдела Мерков, подставшая шарашка Мерков, помогающая им зарабатывать якобы на благотворительных проектах, пусть третий мир подыхает, лишь бы еще пару миллиардов подхватить. Интересно, как они собрались выкачать деньги из этой дыры полной психов. Этот оперативник, они же его как свинью на вертеле насадили, велел мне выбираться нахрен отсюда и кони двинул. Жаль, его не слышал, пока еще мог выйти тем же путем, по которому пришел. Вообще прям. Мне надо камеру еще. А, по трупам. Когда хожу по трупам, замедляется, да? Я полечу. Еще одна писюлька. А, нет, это не то. Нет, не та кнопка. Вот это. Корпорация Мерков, поздравления, подразделение США относительно ареста психиатрического центра письменное показание под присягой, данные перед советом директоров, заслуживающего доверия агентства безопасности Мерков, АБВ, катастрофическое нарушение в работе системы безопасности заражения окружающей среды неизбежно. Мы считаем показания и свидетельства достойными доказательствами для немедленных действий со стороны АБМ и оснований для выдачи данного ордера. Данным документом предписывается предоставить АБМ полный доступ ко всем сооружениям и оборудованию и полностью передать управление его агентам. Согласно данному документу, вы и ваши наследники отказываетесь от любых исков и требований корпорации Мерков и ее дочерним компаниям касательно действий АБМ и обстоятельств, в котором они были необходимы, невзирая на последствия. Так, мне куда сейчас? Мне сейчас надо идти и найти свою... А, камера есть. Камера есть. А, подожди. А, зафиксировать это. Зафиксировали, все хорошо. Так, у меня две батарейки. У меня две батарейки. А мне куда? Давай пойдем по коридору. Ты говнюк, блядь. Маничелло поганый. Я могу прятаться в этих? Батарейки. А, он здесь
А, он здесь будет за... А чё, я же поднялся. А он же... А как же? А почему же? Ага, ладно, мы тут застряли. Теперь с вами отсюда не выйти. Там дверь захлопнулась, прикинь. Возможно, там кто-то... Возможно, там кто-то есть. Во. Где открыта карта доступа? Нужна карта доступа. Так, это какой-то кабинет, смотри, большой. Охранник опять мертвый. Так, поехали. Опять читать, да? Уважаемые господа, полный отчет находится на рассмотрении немедленных действий со стороны корпорации Мерков. Не требуется потенциальная прибыль проекта. Вальридер остается чрезвычайно высокой. 4 несчастных случая содержат достаточно противоречивых данных, затрудняющих любое судебное разбирательство, а в случае должностного обращения со свидетельствующими делами его невозможно. Проект Вальридер остается рискованным, начинаем и можем повлечь дальнейшие потери. Как и в других случаях, интерес к пациентам со стороны родственников и правительства настолько незначителен, что вероятность любого судебного постановления представляется исчезающей малой. Случаи насилия среди пациентов учащаются по мере того, как мортогенетическое кондиционирование приближается к стадии производства рабочих моделей на сочетание физических и фармакологических способов. Ограничение активности доказало серьезную эффективность сохранения управляемости и прибыльности проекта. С уважением, Хелен Гренет. Департамент снижения юридических исков корпорации Мерка. Ага. Мне нужно найти ключ-карту. Здесь везде сняты трубки телефона, чтоб не позвонил никто. Там всему подобное. Да? Мне же, наверное, сюда надо. Нет? А куда? Мы на это не соглашались. Мы это не соглашаем. Блять, повтори. Ладно, здесь закрыто. Пойдем тогда назад. Пойдем тогда назад. Здесь ничего, никого нету, да? Там, так, туда нам не попасть точно. Ага, нужен ключ. Наверх тоже закрыто, значит, пойдем вниз. Пойдем вниз. Вот, короче, суть такая, то что здесь находится рядом какая-то гора, какой-то выброс, то ли что ли был. Может, люди надышались, то ли что ли, непонятно. Тоже закрыто. Да, что-то есть. А, нет, тут ставили эксперименты в связи с этим, с окружающей средой, которая наступила. Security room, electric room. А, electric room. Мне нужно найти карточку. Это что-то было? А, это две. Нихера тут запчасти тел валяются. Мне нужен ключ-карта. Ключ-карту мне, пожалуйста. Эй, ты. Так, это какие-то штучки, да. Тоже чувак дохлый. Интересно. Здесь нигде ничего не будет залезть. Надо посмотреть под потолком, может где-то есть по вентиляции ход. Ну, сюда только надо электронную карту доступа, но... Там эксит.
А значит, надо здесь что-то найти. А, вот здесь еще вот. Вон оно что. Мы туда уйдем за Exit. Ну, пойдем. Пойдем, пойдем, давай. А, так это... А чё, а как? А куда? Не понял. Не понял. Не понял. Ты сейчас не понял. А у тебя карта поди? Нет, у тебя тоже карта нет. Странно. Опа. Странно, непонятно. Ну здесь мы были. Или что, на полках сверху лежит? Нет, ничего не видать. Хм. Давай посмотрим электронную карту тогда здесь. А вон еще есть всякие двери. Вот тут, вот сюда, например. Здесь закрыто. Так, давай, давай, давай. Да. Что такое? А, это что-то вот. Я понял, есть. Так, тоже ничего нету. Вот эта дверь открыта. Во. Включу фонарик. А вон какая-то еще там дверь есть. Ну мы здесь порыщемся, конечно же, да? Вдруг что здесь найдем? Ящики нельзя открывать, я так понимаю. Ага. Ты так не топай. Я бы на твоем месте не тупал бы в таких местах. Просто, ну... Вдруг что? Вдруг зачем? Вдруг почему? Здесь тоже ничего нет, да? Ну, пойдем тогда. Сюда. Опа, писюль какая-то. Психическое исследование Мерков, проект Вальдейн-Энсим. Лечащий врач Рудольф Вернике. Состояние активности морфогенетического конденсирования. Блять. Кондиционирование стабилизировалось приблизительно на 200 пм. Переход к более высоким стадиям гормональной программы неизбежен. А, небезопасен. Симптомы спирометрии обнаружают легкие и умеренные бронхиальные образования. Результаты томографии подтверждают опасания снов. Данные самим пациентам смех в медленной фазе. Заметки во время беседы. Подвижность Уокера была вынуждена ограничена ввиду нанесенных им себе повреждений. Ограничительное приспособление пришлось видоизменить в связи с его огромными размерами. Бля, нихера. Обширные кожные высыпания соответствуют типичным клеточной активности при неудающемся морфографическом кондиционировании. Он утверждает, что затирание кожи со лба способствует особому видению. Напоминает юношеские опыты с ящерицами Туатара и их внутренним зрением. Выражал беспокойство касательно своей плоти, особенно губ и носа. Незнакомому персоналу... назначенному персоналу следует предупреждать дальнейшие попытки самовредительства. Полученные в Афганистане психологические травмы, похоже, замедляют процесс морфографического кондиционирования, преобладающий не связанный, соответствует усиленным терапии явления повышенное внимание к военному протоколу безопасности. Настолько рекомендовано дальнейшее применение средств физического и морфологического исследования активности. Это, короче, было сейчас написано... Это что, следы? От меня, что ли? Нет. Это записка про...
Про вот этого самого маньяка. Чувак, ты чё? Нормально? Опа. Здрасте. Чё показываем? Дом 2? Дом 2 смотрите? Ну смотрите, смотрите. Они вообще похеру на меня. Кто я? Что я? Зачем я? Ты вообще тут не дергайся, сиди. А чё я сюда? Зачем вообще пришел? За другим Лемоном. Не дыши так тяжело, ты напрягаешь меня просто вообще жестко. А, во. Вот сюда нам. Ага. На всякий случай откроем. Так, что тут у нас есть какие-нибудь писюльки, писюльки? Во. Есть ключ карта. Хорошо. А чё, какие предметки? Список предметов карта доступен. А. Так, ладно, нам надо сейчас, получается, возвращаться туда. Надо, получается, возвращаться сейчас в этот, в пункт управления этими. Как они? Скажи, я скажу. Да ты гандонище! Иди-ка нахер! Тащи, а вытащи их, пожалуйста, доктор мертв, вырви их, ты должен мне помочь. Ты ублюдок, мать его! Этот куст тут был, да? Блин, капец, он попугал меня, в принципе, вообще. Такой ублюдок. А, сейчас, получается, мы... Меня вот туда скинули. Мы идем в security комнату. У нас есть ключ-карта. Давай побежим. Долго мы не будем ходить. Мы прям побежим. И все, и закрываем ее нахер отсюда. Так, здесь трупак. Что мы можем посмотреть? Что мы можем увидеть? А, он какие-то данные забивает. О! Ага. Ай, ты говно! Я же не знаю, как это. Блин, толстый ублюдок, а куда тебя чесать? Да куда? Отстань! Отстань! Шкаф? Он же видел! Он видел! Ай, ублюдок! Надо было первоначально в шкаф спрятаться. Чё я протупил-то? Такой ты выблюдок! Ага, всё. Прячемся в шкаф тогда, получается, сейчас. Прямо вот так. Оба! Сейчас он придёт за мной. Это один, а ещё должен быть один. Их должно быть двое. Один прям такой толстый-толстый. А второй должен быть худенький. Ага. Хуй, да?
Тут никого нет. Ты вроде был тут, поросеночек. Я тебя вытащу, шлюшка. Самое интересное, он открыл один шкаф, а во второй он не стал смотреть. Ты уходи, поди, да? Ушел? Так. Что мы знаем? А, нихера мы не знаем. Мне нужно включить электричество, чтобы запустить компы. Ушел? Ушел? А что сейчас-то делать? Мы же ничего не можем посмотреть уже, все, да? Ага. Ништяк, чё? А куда он ушел в такую комнату? А, он ушел в ту комнату. Короче, вот в эту он комнату ушел. Так, а нам надо... Подвал? Ага, пойдем в подвал. А, так он из подвала же нас ушел, да-да. Все правильно. А мы, в принципе, нормально, без фонарика справимся. Но тут якобы нычка, я так понимаю, да? Документики возьмем, почитаем, пока сидим. А, Джей. К среду 10 февраля 54 года исследования гипнотических состояний были продолжены в корпусе 13 заповедника Маунт Месси в Колорадо. Пониже описанным направлением, краткое изложение, было задействовано постгипнотическое состояние предыдущей ночи. Мисс Джейкобс и мисс Пирс немедленно перешли в состояние глубокого гипноза без дополнительного внушения. Мисс Пирс было приказано разбудить мисс Джексон, пользуясь любимыми возможностными способами, а в случае неудачи взять находящийся рядом пистолет и выстрелить в нее. Ей было внушено, что она испытает гнев такой силы, что, не задумываясь, застрелит мисс Джексон. Джексон за то, что та не просыпается. Второе. Мисс Пирс неукоснительно выполнила данные команды, включая выстрел из незаряженного пневматического пистолета в мисс Джексон и впала в глубокий сон. После соответствующего внушения обе были разбужены и продемонстрировали полное отсутствие воспоминаний обо всем, обо всей последовательности событий. При попытке снова вручить оружие мисс Пирс, та в бодрствующее состояние отказалась подобрать его или принять из рук оператора. Она также полностью отрицала возможность того, что предшествует событиям действительно имели место. Ага. Короче, здесь ставили какие-то опыты над людьми, наверное, что-то типа такого.
Who's there? Кто там, кто там? Зашибу. Я не боюсь смерти. Я вообще ничего не боюсь. Больше не боюсь. Так, что у нас там серия-то? Давай сейчас еще немножко походим, да? И посмотрим, что у нас тут. Что-то такое. Для пуска генератора включите два бензонасоса и центральный включатель. Два бензонасоса и центральный включатель. Сейчас придет кто-то, по-любому. Ага, идет. Идет. Опа. Все? Ушел. Вон он ходит. Ага, ушел, вон он ушел. А сохранение есть? А, вот, сохраните, видите, ага. А, ну что? Я думаю, на этом месте мы закончим серию. Это просто неприятно мне. Вот! А, подписывайся на канал, ставим лайки, переходим в описание. Там будет Telegram, собственно, ВКонтакте. Оставлю ссылочку на игру. Это была игра Outlast. Для меня это, в принципе, как бы первый такой, ну... Страшноватенько, как бы игра детства где-то, я видел его просто, он слыхал о ней, и вот решил поиграть, вот он. Вот. Всем спасибочки, всем до новых встреч, всем пока.